песенку, вот. Вот эту вот кукла пришла, которую я вам говорил. Кстати, смотрите, как она пришла. Еще вот такой. Из кусков, видите, собрали коробку. Тогда сказали, у нас крышки остались, и мы собрали так. Так, если свет падает, так плохо. Это тут так свет падает. Вот видите меня? А, вот все. Вот опять, когда я... Ну, вот так я буду. Смотрите. Лея принцесса. Там еще была вот такая вот. На ладони, кстати. Вот с таким, только там RD2. Он такой же похож. Как буду больше вам покажу. И Рей. Ну, Соку тут не показали и не показали Люка. Тут две куклы, кстати. Это бархатный. Я там заметил. Давайте я вам все покажу. В следующем видео вам покажу еще одну куклу, которую я воссоздал из супергероев. Супергероями. О, тут легко будет открывать. А, кстати, доска была. Сейчас глянем. Ну, где-то тут написано. Сделано в Китае, конечно. Вот такая бумажка. Тут ничего интересного. Тут помытика нарисована. Вон и сбоку кладкой. Так, давайте я вам покажу. Сейчас я вам скажу, какого года. Год тут не указан. Не, у Барби внизу и у Винкс сюда внизу. А, вот 16 года тут написано. Давайте берем что. Покажу. О, лук. Не, будет стрелять, не будет стрелять. Если вы знаете, у Чубаки арбалет есть. Это от Эвика. О, вот так пришлось оторвать. Неудобно. А, тут у меня пистолет, как у Хан Соло. А вот у Хан Соло своего. А, кстати, сейчас я вам покажу свои штуки. Кстати, это так она и должна быть у нее. Ой, я так просто. Сейчас я вам покажу. Свои подстанции. Вот, из Лего. Я вам говорю. Видите, они похожи. Вот легоский. А вот большой от нее. Так вот тут есть вот эта вот засёвка, а тут нет. Тут зачем засёвки? Тут вот так они. Давайте я... А, это вообще не резинки. Это купи. Я какие не буду открывать. А, у него еще тут, кстати, вот, да. Ну, только от него руки, там только было показано руки. Такая кукла. Это Death снимать. Он мне, знаете, кого напоминает? Медведя. Сейчас гоу, блин, будет. Ну, хочу сейчас снять с него, если оно... Да. Ай, как на это похож, на мишку. А. Да, то есть чуть. Кстати, такой нельзя в воду брать. А то он облезнет, как у нас облез. Ну, он там у нас стоит. Бума. Когда его помыли. Его нельзя мыть. Вот такой противотьма. И тут у него вся информация спрятана. У него капюшоне этим. 2016. Здесь 15. Если вы знаете... В каком году вышла эта часть, это по шестой части Звёздные войны. Если кто
то смотрел. Смотрел, конечно, «Звёздные войны». Лея это сестра Люка Скайуокера. Если кто не знал. На зоне я, ой, на Авито я видел. Они там по 800, 1500. Там дешевые. Ну, там у них минус, что там не все наборы. Не полный набор. Вот и одежда. Давайте теперь. Там, ну, там у них распущены волосы. В каком состоянии? А, тут еще. А, тут еще и стыла. Вениная. Она просто стыла. Там, кстати, и на зоне есть Зануник. Кукла. Если кто смотрел, Зануник. Там не помню, по какой части. Вот. Я не буду в этой. Да, мне разгибается. Так, давайте я достану этот. Как её? Пистолет. Вот такой вот пистолет. Пистолет. Сейчас я ей ставлю. Как у Хан Соло. Точно, у Хан Соло своего. Если кто, ну. Ну всё, сдавайся. Давайте я сравню каким-нибудь. Ну вот, вот я вижу. Ну она такая же, вот видите, возьмем вот такая же. Да. У нее так. Так. В следующем видео вам покажу. Конечно, так же они покрасили. Так же вон. Как будто они покрасили. А, сейчас еще капюшон один. Капюшоны. У меня уже две. Знаете, там, у этого чудовища. А, там у меня уже у двоих. Троих уже. Ну так я вам покажу. Вот так вот. Тут просто вот это не мешает сзади волосы. Ну вы поняли. Вот такая принцесса Лея, все. Из повстанцев. Вторая, она из этого. Ментельница. Была. Когда ее Дагбада увидел, что вы. Вот, ребята, все. Да. Вот такой сапог. И все, всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.